Добро пожаловать на Repeat Guest TV. Сегодня у меня в гостях моя, наверное, из любимейших моих повторных гостей, Настюш. Можно я тебя Настюш просто назову? Потому что уже как семья, как Гранада семья, вы уже приезжаете сюда как домой. Вот расскажи, что привлекает конкретно тебя, конкретно в Гранаде? Спасибо за такое теплое приветствие. На самом деле, когда я сюда приехала первый раз, я настолько поразилась этой красотой, настолько поразилась этим великолепием, что я не нашла ничего лучше, как приехать сюда через 2 недели ровно, не дожидаясь следующего сезона. Я поражена тому, как здесь встречают гостей. Как здесь каждого гостя встречают, как будто это самый долгожданный человек вообще во всем мире. Как здесь относятся к людям, как здесь улыбаются, как здесь все приветливы, как здесь все отзывчивы и готовы помочь. Я бесконечно благодарна хозяину этого отеля, который только человек с уникальным вкусом может создать такую красоту. И человек, который знает психологию людей, что здесь действительно предугадывают желания каждого человека. Я очень благодарна Guest Relation, Reception, сервису. Здесь люди работают круглосуточно и делают это с такой улыбкой, с таким жизнелюбием, что ты просто не можешь этим не восхищаться. И, конечно же, сюда хочется возвращаться вновь и вновь. Поверь мне, мы очень счастливы видеть вас вновь, вновь и вновь. Ты просто не представляешь никакое-то непередаваемое счастье, когда видишь на пороге отеля вновь гости повторного с прошлого года, с позапрошлого года. А гости, которые приезжают у нас, как правильно, через 2 недели, там, через неделю, это действительно для нас большое счастье, потому что мы считаем тогда, что мы действительно работаем не зря. Что мы здесь делаем вот это дело правильно 24 часа в сутки, все для вас, для наших любимых гостей. Я тогда хочу сказать, что я желаю вам не уставать от своей работы, вдохновляться этим нашим позитивом, потому что мы действительно очень высоко оцениваем вашу работу, очень вам благодарны и желаю как можно больше новых гостей, как можно больше repeated guests, чтобы Гранада процветала, развивалась и все у вас было супер. Я вас очень люблю. Ну так поверь мне, все благодаря вам, вот благодаря вашему позитиву, заряду эмоций мы в принципе сейчас здесь существуем, мы здесь работаем на протяжении уже стольких лет, в общем-то. И спасибо тебе большое, что вот ты пришла, выделила минутку времени своего, в общем-то, отдыха, чтобы сказать столько приятных слов, радость отеля. Спасибо тебе большое. И до встречи на Repeat Guest TV.